Всем привет-привет! С вами сейчас Даня Соколов. Я сегодня расскажу про этот набор Lego City, который называется «Отпуск в доме на колесах». Его номер 60283. В нем содержится 190 деталей. Также мы тут видим ребенка, которого фоткают родители. Нас тоже так фоткали. Только когда мы подросли, нас меньше стали фоткать, потому что родители к нам привыкли. Переходим к особенностям этого набора. Как же не обойтись без спального места и столовой? Переходим к распаковке. Отдельные детали даже есть. Хотя тут из 190 деталей, но тут инструкция большая. Первое, что я хочу сказать, этот маленький малыш, у него даже голова отсоединяется. Я думаю, это просто мини-фигурка такая будет. Первый этап сборки завершен. У водилы можно попить тут кофе или чай. Также в задней части машины есть кофемашина. И в середине тут есть столовая, в которой можно перекусить клубничку и пончик. Тут есть папа с фотоаппаратом, который закусывает круассанчиком. И малыш. Переноски у мамы. Вот такой он маленький. На картинке он был, конечно, побольше. Также тут есть газовая плита. И тут жарится яичница. Но у меня уже есть приготовленная яичница. И ей тоже можно полакомиться. И есть второй пончик. Вдруг кто-то захочет добавки. И теперь приступаем ко второму пакету. И во втором пакете начинается самое интересное – наклейки. И сейчас мы наклеим наклейку. Это у нас вот такой номер получается. И мы его клеим. Вот. Вот закончен второй этап, и мы завершили сборку. Хочу раскрыть все секреты этого дома на колесах. Первое – открывающаяся кухня. Второе – спальное место, спальня. Кстати, у этой тетки есть два режима лица. Это сонный режим лица и веселый, чтобы прогуливаться. Также, когда мама проснется, точнее, малыш проснется, мама потом проснется и напоит его, чтобы он опять заснул. Тут есть еще нами приспособленный багажник. Мы тут горелку разобрали, как можно заметить. И даже горелка чуть-чуть прицепилась.
Но последний, я не знаю, можно назвать это секретом или нет. Тут открывается целый второй этаж. Нужно открыть, чтобы достать водилу из кабины. Прогуляться. Всех, кто досмотрел до этого момента, поздравляю с наступившим Новым годом и Рождеством. А только что я заметил, что у этого бусика есть прицепное устройство. Так что я, пожалуй, пойду делать прицеп. А на этом у меня все. Всем пока-пока. Тут есть ребенок в переноске. Его родители фоткают. Нас также фоткали, как и этого ребенка. Потому что родители к нам еще не привыкли и хотели что-то оставить на память. А когда мы подросли, им стало уже менее интересно с нами фоткаться. И они к нам приехали.